Сегодня в городе над Бугом состоялась пресс-конференция главного государственного санитарного врача Бреста и Брестского района Геннадия Радченко. В рамках мероприятия он рассказал об одной из самых эффективных мер по предупреждению гриппа – вакцинации. Прививочная кампания набирает обороты на Брещине. Препараты уже поступили в учреждения здравоохранения. До начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бресте и районе планируется привить порядка 40% населения. В прошлом году было привито у нас 40% населения. В принципе, в последние годы такое количество жителей города Бреста и Брестского района прививается ежегодно. Более 40 тысяч населения было привито за счет республиканского бюджета, более 62 тысяч за счет местного бюджета. Это учащиеся и работники учреждения образования у нас, как правило. Ну и за счет средств предприятий было привито более 24 тысяч человек. И за счет личных средств граждан 1620 человек. Такое же количество, то есть более 40% населения, будет привито и в этом году. В первую очередь вакцинация показана людям из так называемых групп риска. Важный момент: с 2010 года в нашей стране для иммунизации используются только инактивированные вакцины. Они не содержат живой вирус, только его отдельные частички, которые нужны для формирования защиты против гриппа. Прививаться надо ежегодно, потому что и состав вакцины меняется ежегодно, то есть изучается циркуляция вирусов, и в зависимости от того, какие вирусы циркулируют в северном полушарии, то есть где находится наша страна и где мы проживаем, антигенный состав вирусов меняется ежегодно. И поэтому человек, сделав прививку, получает иммунитет сразу от трех типов вируса. А если человек переболел, то у него иммунитет тоже развивается только вот на период этого года, но только от одного вируса, которым он переболел. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии не только говорят о вакцинации, отвечают за проведение кампании по иммунизации, но и сами прививаются. Охват коллектива всегда более 80%. Личное мое мнение, что прививка на самом деле помогает. Вот в этот как раз период, то есть месяц нужно на развитие иммунитета, когда погода портится, и когда люди начинают больше болеть, то есть как раз иммунитет длится там 6-8 месяцев до весны, все это время как бы реально помогает прививка, болеют меньше, и ребенка я тоже своего прививаю, и на самом деле меньше лекарств, как бы меньше соплей, меньше простуды, и школу не пропускает. Как бы прививка позитивно влияет на состояние здоровья. Доктора настаивают, от гриппа лучше прививаться осенью, в октябре-ноябре. Тогда к сезону роста заболеваемости иммунитет успеет сформироваться. Подробную информацию всегда готовы дать в учреждениях здравоохранения. Привиться можно при желании за счет собственных средств. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.